артиллерии, хормейстер и художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Иосифович Дрейлер. Концертмейстер Татьяна Николаевна Лазович. Выступает хор учащихся первых. Thank you.
Oh.
Thank you.
в школе и почти на общественных началах. Большое вам спасибо и наш музыкальный подарок. Экипаж «Одна семья». Если бы я знал, я бы не писал. Yeah.
расцвели. Мир траве, в жемчугах, мир вам, люди всей земли. Уважаемые взрослые, дорогие ребята, спасибо, что вы пришли к нам на этот вечер, на этот праздник. Нам очень приятно, что вы здесь с нами, что вы делитесь своей радостью с нашим искусством. Я хотел бы отблагодарить организаторов этого концерта, всех ребят, которые помогали нам здесь во время концерта, звукорежиссера, звукотехника, художников, которые поблагодарить также тех, которые добились своего, это Надежда Константиновна и Анатолий Федорович Исаев, они помогли нам сюда пробиться, мы давно мечтали об этом. Вот впервые за 25 лет мы впервые здесь выступаем полной программой. Спасибо, приглашайте нас, мы всегда будем рады с вами встретиться. Всего вам доброго, до свидания, спасибо.